Но ты подожди, стой. Минометы уничтожили? А, сейчас будем минометы. Ну, граник не берет лобовую часть, что ли, или что? Нет, он просто в него ударяется и уходит в сторону. У нее площадь такая, как бы И она сделана так, что он прям... все, больше не надо с граника работать. Дальше какие предложения? Попробовали подорвать ее, она 2 килограмма заложила, она стволу хоть ничего. Ну, а казенная часть? Казенная часть доклад. Блядь, Жень, вы как-то встань, чтобы ветра не дуло. Я нихуя не слышу, блядь. Меня уже тут, блядь, мозги все выебали, нахуй, с ними, блядь, движениями, блядь. Ну, казенная часть, она это получается и еще поводнее. Я потом приеду, когда все Ну, расскажу. надо что-то, блядь, заебали же эти звонки. Надо что-то делать. Ну да, сейчас мы эти минометы подорвем. И ее что, надо, я думаю, в речку ее вести. Ну вы выкидывайте в речку, значит, ее, блядь. Подрывайте, выкидывайте в речку, блядь. Все, давай, Жень, только давайте, пожалуйста, уже побыстрее. Мне уже всю голову выебали, нахуй. С фотографиями, с бинтами, блядь, с коробками, с лентами, блядь. Со всякой хуйней. Я уже, блядь, 1000 раз, нахуй, пожалел, блядь. Давайте побыстрее, пожалуйста. Может, мы тогда заснимем, как мы это и Не все. надо, я уже об этом всем доложил, блядь. Теперь ждут фотографии. Пушек, блядь, минометов, пулеметов, блядь, кровищи, бинтов и всей хуйни. Давайте побыстрее, хорошо? Все, принял. Кинолог приехал? А, С нет, еще жертвой. едет. Ну все, Ждет. заканчивайте, заканчивайте и эту в речку кидайте нахуй. Давай. Все, принял.